Значит, по состоянию на сию минуту, по сводке, которая поступила к нам. В лечебное учреждение города и области поступил 21 пострадавший. Из них 9 детей и 12 взрослых. Из пострадавших один человек погиб. Двое находятся в состоянии тяжелом. Все остальные в состоянии средней тяжести. Всем оказывается медицинская помощь необходимая. Все обследования проводятся тут же, начиная с приемного покоя. Все лечебные учреждения приведены в состояние повышенной готовности.